Итак, прежде чем садить лук, нам необходимо его обработать в препарате Максим. Это такой фунгицид, который обеззараживает луковицы перед посадкой. Замачивали мы его на полчаса. На одну емкость у нас ушла одна упаковка, 4 миллиграмма. Так, и вот смотрим луковицу обработанную, берем. Здесь мы ее обмакиваем в такой раствор, в такую смесь, в которую входит чай, столовая ложка соли, столовая ложка перца черного и где-то две части золы, для того чтобы обмакивать их туда для обеззараживания. И также садим их на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Так, вот. Луковицы сушить не надо, просто вытаскиваем из раствора и окунаем. Такой метод у нас экологически безопасный, можно применять. Таким образом у нас лук усядется. Зола будет придавать дополнительное питание калия, которое необходимо для лука. Перец отпугивать всяких насекомых. Ну а соль немножечко подсаливать почву.